Сегодня стало известно о новом главе правительства. Оскар Мамин был переназначен на пост премьер-министра. Его кандидатуру одобрила большая часть депутатов. В частности, из 99 присутствующих депутатов 21 воздержался, все остальные поддержали. Вновь избранные депутаты поклялись верно служить народу. В целом, средний возраст депутатов, избранных от трех партий, составляет 45 лет. А состав фракции «Нур Отан», набравшая большинство голосов, обновлен на 70%. Около половины из них – женщины и молодежь. Самому молодому депутату – 25 лет. После церемонии принесения присяги обсуждались вопросы избрания председателя Мажилиса. Была выдвинута кандидатура Нурлана Нигматуллина, избранного от «Нур Отан». Члены фракции сказали, что он подходит для спикера. Новый председатель был избран тайным голосованием. Для этого была создана счетная комиссия, выдано 100 бюллетеней. Единогласно на пост был выбран Нурлан Нигматуллин. Прежде всего, разрешите мне выразить слова искренней благодарности за то доверие, которое вы мне оказали сегодня, вновь избрав меня председателем Мажилиса парламента Республики Казахстан. Для меня это высокая честь и огромная ответственность. Ответственность прежде всего перед Ельбасом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, перед главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, перед всем депутатским корпусом, перед казахстанским обществом. И я безусловно, приложу все свои силы, знания и опыт, чтобы оправдать оказанное мне высокое доверие.